Прошлой ночью на перекрестке улиц Лермонтова и Октябрьская в Якутске произошло ДТП. Автоледи на Ford Escape при повороте на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу автомашине Subaru Forester. В результате сильнейшего удара сама автолюбительница получила серьезные травмы головы, переломы костей, таза, грудины и ушиб легких. Травмы получил и ее пассажир. Водитель же Subaru отделался испугом. Пассажир Форда в объяснении написал, что при совершении маневра он заметил, как со встречной полосы появилась автомашина с выключенными фарами. Дело передано в следственные органы, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшедшего. Госавтоинспекция напоминает, что поворот налево относится к одному из самых опасных маневров, поэтому требует максимального внимания от водителя. Пассажирам напоминаем, что они вправе потребовать от водителя такси разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, где указываются данные водителя, марка и государственный номер автомобиля. Такое разрешение подтверждает, что его владелец имеет право оказывать услуги пассажирам. Пассажирских перевозок.